Эти изменения в законодательство были внесены еще в конце прошлого года и касаются такой категории льготчиков, как дети войны, участники войны, семьи погибших, умерших, ветеранов войны, те лица, которые установлены, имеют статус жертв нацистских преследований, семьи многодетные, лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед Украиной, некоторые категории льготчиков, которые пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг и проживают в сельской местности. То есть 1 июля текущего года при предоставлении льгот исчисляется совокупный доход семьи. Если совокупный доход семьи льготчика за предыдущие 6 месяцев не превышает податковую социальную пильгу, а это на сегодня 1710 гривен, в таком случае семья как пользовалась льготами, так и пользуется дальше. Если совокупный доход семьи превышает 1710 гривен, предоставление льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг приостанавливается на 6 месяцев. Хочу обозначить, что при исчислении совокупного дохода семьи берутся к расчету следующие выплаты. Пенсия, заработная плата, стипендия, государственное денежное пособие, то есть это может быть пособие малообеспеченным семьям, это может быть пособие при рождении ребенка, кроме той суммы, которая выплачивается одноразово, доходы от предпринимательской деятельности и денежное содержание, это для того, что получают военные пенсионеры. При исчислении совокупного дохода семьи берется доход тех членов семьи, на кого распространяется льгота. Напомню, что при предоставлении жилищно-коммунальных услуг льгота распространяется. Муж, жена, несовершеннолетние дети. Совершеннолетние дети, жена, не женатые, но те, которым установлено или которые являются инвалидами первой и второй группы с детства или инвалидами первой группы от общего заболевания. Нетрудоспособные родители или те лица, которые находятся под опекой или попечительством, проживают вместе с льготчиком. В случае, если действительно вы уже сами видите, что льготами вы не пользуетесь, просьба брать заявление, бланки заявлений на оформление субсидий, заполнять заявление, декларацию и срочным порядком подавать документы в Управление труда и социальной защиты населения для рассмотрения вопроса назначения и оформления субсидий. Хочу также отметить, что льготы, которые предоставляются отдельной категории льготчиков за счет средств местного бюджета, как предоставлялись, так и предоставляются. Это касается семей погибших, умерших участников боевых действий в Афганистане. Это касается семей, в состав которых входят военнослужащие, которые выполняют задания в зоне проведения антитеррористической операции. Это, именно этой категории семей льготы предоставляются за счет средств местного бюджета и предоставление их до конца года остается. То есть льготами люди пользуются.